Из полуфабриката снек в считанные минуты можно получить хрустики – устные хрустящие снеки. В кастрюлю или глубокую сковороду нужно налить слой растительного масла и подогреть до температуры около 180 градусов. Имея в виду, что снек сильно увеличивается в объеме, вкладывать его нужно малыми порциями и слегка прижимать шумовкой, чтобы он полностью окунулся в масло и выплыл на поверхность. Жарка длится всего лишь 5-10 секунд. Помните, самое важное – это правильно подобрать температуру. При слишком низкой снек не увеличится, а при слишком высокой – сгорит. Теперь нужно вынуть хрустики из масла и выложить на бумажное полотенце, чтобы стек избыток жира. Хрустикам можно придать любой вкус самостоятельно, посыпая солью, перцем, приправами или сахарной пудрой. Снек прекрасно сочетается также с соусом, кетчупом или майонезом. Кушай его так, как любишь ты.